Базовая пенсия в Казахстане будет зависеть от трудового стажа. Новый законопроект вступит в силу с 1 июля. Об этом в Министерстве труда и социальной защиты заявили в конце прошлого года. А накануне об изменениях в пенсионной системе подробно рассказали сотрудники Аль-Фарабийского районного акимата. Сейчас всем гражданам, достигшим пенсионного возраста, пенсия назначается одинаково, несмотря на отсутствие трудового стажа, и составляет 15 247 тенге. Однако с 1 июля государственная выплата будет начисляться в зависимости от выслуги лет. К примеру, если у человека нет стажа или он менее 10 лет, то сумма базовой пенсии не изменится. Между тем, каждый год после 10 будет приносить пенсионеру дополнительные 2%. Население может неправильно воспринять эту новость, поэтому мы проводим разъяснительные работы. Встречаемся с населением и объясняем все нюансы.